Это удар поворотом и гол, друзья. Это шестой гол. 6-0 счет. Здорово, красиво, очень быстро, непринужденно. Посмотрите, хорошее движение. Менялись местами. Вышел удар. Открыт Степан Новий, кстати, забивает свой гол. Давайте посмотрим, как же здесь долго Юрий Дубков искал продолжение этой атаки. Вот так вот все. Пас назад, Горбенко в касании налево, Жигалка. Жигалка бьет, бьет соперника, Горбенко бьет и забивает. 14 номер Олег Горбенко оформляет голевой дубль 5-0. Ну, да, тяжеловато Петелька Синтригу на таком матче, когда счет уже 5-0. Поля. Да, Сибирский раз, и мяч летает в ворота. Волком непонятно, каким образом это сумел на что, но так ли это важно. Сибирский раз. Красиво! И еще один гол! ЦКК забивает, но вот сегодня там все игроки. Светлогорска.